Частный музей организовала у себя дома семья из села Кищада Хадаевского района. Уникальные экспонаты, которые Ахмед и Патимат собирали не один год, увидела и наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Музей творческой семьи начинается сразу за воротами. На улице под навесом различные предметы старины. Это деревянные колеса от телег, две доски винтажного сундука. Но это еще не все. Особое место в коллекции занимают старинные расписные тарелки. Для них в доме отведена отдельная стена. Узоры самые разные. Многие из них были повреждены. Пришлось реставрировать, признается хранительница музея Патимат. Больше всего нам нравится вот эта тарелка и вот эти три. Их коллекцию может позавидовать любой краеведческий музей, а крепкому браку – каждый. До перестройки жили в Узбекистане, потом все же родная земля опять приманила. Патимат сразу хозяйка, главная затейница и куратор выставки личного музея. Муж, в свою очередь, поддерживает идею и помогает с находками, чтобы сохранить историю для будущего поколения. Сели мы в самолет, было так интересно. Приземлились в Ташкенте. У нас было 300 рублей, которые нам дали родители, на которые мы и уехали. Потом мы вернулись. Была перестройка. Стало сложно, да и все равно тянет на родные земли. Она была моим другом с детства, еще со школы. Здесь, как в машине времени, соединились предметы быта разных лет. Большие глиняные кувшины, украшенные древнейшими мотивами, ромбом, завитками, образующими архаичный растительный орнамент. Настенные блюдца, маслобойка, весы и непростая трость с особым секретом. Когда никакие инструменты не были, ничего не было, смотри, он как он делал, каким узором. Еще вообще у него какой секрет. Смотри. Коллекция Патимат очень огромная. Всего таких кувшинчиков и тазов различной формы у нее около 200. Изюминкой коллекции является вот такой вот красивый сундук. Ей подарил муж. На 25-летие привез из Узбекистана. Кроме огромных горшков, здесь можно увидеть важный экспонат. Кувшинчик со стихами. Еще один подарок для Патимат. Бурка андыски, чита. Андыски бурку я. Хабал чим ладухара. Это мерка чим один. Это три. Висяти снег, говорит, три вот такой снега. Дуколк анарахура. Это платье у тебя тонким платьем, и ты, говорит, да. И киллала халбахара, чтобы узнать друг друга, любовь, что ли. Ну, как можно понять? Вот такие любовные, вот это интересные стихи. Покупали и собирали все детали у соседей и в окрестных селах. В итоге получился настоящий музейный дом на фундаменте истории, культуры и любви. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Киша.